Второй по величине город угольщиков не спешит на избирательные участки. Самая низкая явка по Хакасии – почти 16%. А ведь это не так уж и сложно – за 3 дня найти время и сделать свой выбор. И эта явка на 10 утра – один из самых низких показателей по Хакасии. Лидирует же Орджоникидзевский район. В Киргизбиркоме Черногорска говорят, люди идут. Всплеск активности ожидают под вечер. Но сегодня 3-й день голосования, то есть заключительный. На 12 часов явочка избирателей была 19,96%. Избиратели активнее идут на свои избирательные участки, чем 17 и 18 числа. Нарушений на данный момент не зафиксировано. Что касается самих черногорцев, то здесь мнения разделились. Одни считают 3-дневное голосование удобным, другие – нет. Нет, я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что неправильно и все. А вы почему? Это мое мнение. Ну, так решила, так получилось. Потому что меня не было в городе. Обещала. Поэтому пришли, не знаю, удобно это или нет. Это будет потом видно, результат. Удобно, наверное. Кто-то с работы, кто-то что-то, воскресенье, кто-то куда-то собрался поехать. А тут, я считаю, удобно. По всей Хакасии на 15 часов явка избирателей составила чуть больше 30%. Напомню, участки будут работать до 8 часов вечера.